дело, братец. А у тебя еще есть какие-то сомнения, что король, увидев меня, не воспылает дикой страстью? Смехальдина, что за манера выражаться? Если ты скажешь что-то подобное в присутствии его величества, он немедленно отправит тебя на конюшню. Пойми, что король может обратить свое высочайшее внимание исключительно на даму, обладающую куртуазными манерами. И что это на тебе надето? Ты должна носить парик и парижское платье. Парик? Парижское платье? Да ты с ума сошел, братец! Все французы говорят, что они без ума от итальянок. Это они в Париже без ума, а здесь этого добра пруд пруди. Пойми, наконец, это же очень важно. Если тебе удастся влюбить в себя его величество, то я моментально из церемонимейстера превращусь, по крайней мере, в главнокомандующего. Равня смирно! Предоставь это мне. Я уже 3 дня читаю роль Кориски из «Верного пастуха» и пою арию Армиды.